Всем привет, дорогие зрители и подписчики наших каналов. С вами снова Артур и Артём. Всем привет. Я чуть не потерял геймпад. Почему-то. Короче, я так понял, это наша халабуда, реально. Мы стоим тут, которая была в такой части. Для Арста интро. Подожди, а тут есть гараж? А, гаража тоже нет. Вот это засада. Ну откуда гараж, если развалили наш... Как так? Там же мой этот лежал. Короче, ММА тут шлюхам даже можно сделать. Толстым нельзя было. Да. Толстые шлюхи едят ММА. Во что ты сел вообще, я не понимаю. Я не знаю, когда серии мы начали, это было реально просто упорочно до того, что прям я не знаю. Вот. Я не знаю. И теперь зато мы по новому стилпорте. И давайте вам куда-нибудь там. Это хороший вопрос. А, мы же должны купить оружие, и я бы вообще, конечно, купил какую-нибудь одежду, потому что мы в этой ботанской, да, которая была виртуальным. Ну, вообще, мы находимся в виртуальной программе, и все. Все ботанское, поэтому. У нас синий чувак вообще бегает. А вдруг на него тоже $1 миллион был? За какого чувака? Вот, синий бегает. Да нет! Того! Обезьяньями, пес. Ну давай убьем, а там разберемся. Да он вообще не хватит. Да как он? Свет только выключили, и все. Ты смотри, он не дохнет вообще. Вообще не хочет дохнуть. Эу, пацан. Теперь за него лям дадут как минимум. Эу. Черт, простите. Это не... Этот пес мне еще навешать собрался. Против лома нет приема. Против лома есть Артема. Кстати, а насколько тут максимум игроков кау? Двух, по-моему. Черт, я просто зашел. Вот смотрю, помидоры сейчас выбираются интро. Было бы круто. Ну, реально было бы, если... Go, Blade! Ну, может нет? Потом узнаем. Потом! Так куда ехать? А, ты не туда едешь, отвернись, ты не туда едешь. Господи, опять начинается что-то. Куда ехать? Направо, налево. Ну, прямо. Подожди, это же моя любимая машина. Да, была, куда ты уехал? Я что, такси вызвал? Вот смотри, теперь тут машина царапается. 2013 год, пора бы уже. Предыдущие просто не царапались. Вот. И это к тому. Прямо ехать, да? Прямо? Да, пока прямо. Мы им за волынами. За волынами. За волынами едем. Завали свои наминами. Так, ну прямо. Прямо? Да. Там как бы же странно. Сейчас налево, сейчас налево. А это что такое? Воу. У меня сейчас текстурки, я посмотрел, там все круто. Я тоже хочу посмотреть. Все, я... Это я так машину припарковать могу. Ты приехал, я понял. Да. Не знаю, город, по сути, по-моему, тот же самый. Ну да, стилпорт. Ну то есть вообще абсолютно точно такой же. Вот она, ты думал, ты от нее убежишь, что ли, машина? You can hide forever. You can hide forever. Кстати, не дал сегодня. Where you are? Так, господи, он не поворачивает. А что у нас... А, у нас задание. Ну, задание оружие. Ну, сейчас, в принципе, обучающие миссии. Ну, карты. Я думаю, точно такие же, как в третьей части. Вообще там элементарно. Чтобы ехать, нажмите газ. Да, едьте. Да. Проедьте. Что с машиной тогда говорит? А это же компенсатор. Не знаю, она бредовая, вообще не поворачивает, она медленно едет, поэтому надо ехать эксклюзивно быстро. Да нифига себе, это медленно, я тебя с трудом обгоняю. Моща. Как так? Ты царапал мою машину. Уже меня бесит, что машина царапается. Давай играть тогда в третий синтрон. Окей. Все, выбрасываем это говно. Диджей! Спин да щит! Вот эти машины остались, которые наши. Ты понял. Get мобиль. Ну типа вот эти с огнем, которые пыщут. Жены гет такой. А что это за горилла-то была? Кого мы убили вообще? Какого черта? Я без понятия. Мы ее убили, кстати. Я, кстати, не помню. Я провтыкал сам что-то. Он напишет Тарья, что типа... Я так просто. Не надо. Там не входится, понимаешь? Подожди, а что с ним вообще? Он какой-то... У него матрица течет. У кого потекло? Синяя шлюха.
комби... Насколько синие? Совсем? Соплю? Окей, мы можем войти. Да уйди ты отсюда, педик! Диковатый нигер. Да, я расист. О, так. Смотри, тут какое-то странное оружие вообще на этом. Ты видишь, не? Buy ammo. О, нет. Кто его, кто грабит? Это ты все наделал? А где оружие? Нет. Ты продавец? Нет. Купить и проапгрейдить оружие можно. Пока что можно купить дробаш и... SFG, MPP. У меня нет ни... Ой, его теперь по-другому апгрейдится. Не-не. Так, точность, магазин, повреждения, скорость перезарядки. Окей. ACD к АМО, это что такое? Кислотные? Ну, кислотные патроны. Нам кэш! Я все, я сейчас. Я купаю. Кто грабит-то? Я купаюсь. Два батона. Ты посмотри, что тут есть вообще. Нет, с пушками в этой игре, конечно, да. Так что, если мы грабим, надо хоть деньги забрать. Я не знаю. Кого мы грабим? Убил! Его грабим. Тебя грабим что? Мы грабим магазин, подожди, сейчас. Да, сирена орёт. Как так вообще? Все, у меня бакс. Нихрена себе тут что стоит. Огнемёт. Доб. Копы, понай. О, тут копы такие. Наехали. Да, господи, какие-то другие копы. Ну, потому что ZPD. Xeniac Police Department. Вон он что, хорошо. Писмейкер остался, кстати, в полицейской машине, но она стала другой. Это McLaren F1 почти. Да это скорее поганец зона какая-то. Я не знаю, мать его. Подожди, куда ты уехал вообще? Я за тобой поехал. Я хочу одежду. Нужно убить полицейских, у нас отчет идет. Одна секунда, я проеду. Все. Мне нормально. Я вернулся, так что и ты возвращайся. Все, понял. Да ладно, я их поубиваю, короче, и все. Ну, я подъеду, постараюсь. Я просто что-то как-то даже внимания не обратил. Уже когда последние секунды были, такой думаю, оу, щет. Да, господи, я совсем не так стрелял раньше. I'm coming! Вы же помните? Да все, тут уже не осталось никого. Все, нужно на флешпоинт идти. Не, давай за. Приехал. Да нам надо... Давай, задержим. Ну, нам тут на время... О, прикольно. Сирена у нее светит так, как надо. С дороги! Ментовской! Беспредел. Nobody loves me. Магазин одежды. Это одежда, кажется? Да. Никто меня не любит. И ты таким... Так... Посмотри на этих манекенов. Они такие... Nobody loves me. Там менты приехали, пусть они тебя убивают. Апперботи. Так, нагл еще есть. Очки. Личиги нагл. Бэкпэк. Из апперботи. Очков что-то нормальных как-то не замечено. Давай вот такие вот одену. Нет. Какого хера у меня в очках, чувак? Ну, мало ли, кто тебя знает. Ну, с рекламой очки остались. Что это было, Тёма? Ты пугаешь меня, как обычно. Ну, как обычно, поэтому пора уже привыкнуть. Корсет? Окей, не сегодня. Туда одежда как на Данте похожа, слушай. Точно, это Данте. Да капец, здесь никакой косухи нет, ничего. Там есть косуха, шипастая. Да нет. Да. Нет. А, вот какие. У меня нету денег, у меня 0 баксов, я постараюсь что-то купить. Зачем вообще тогда было это делать? Зачем ты все покупал в том магазине? Я потому что хотел произвести впечатление на девушку. Хотел, чтобы его любили. Да. Бра? Что такое бра? А, лифчик мне не нужен. Нет. Насисник. Сиськи! Сиськи! Ну ладно. Все любят сиськи. Иди там пока чем-нибудь занимайся, а я тут... Я еду на миссию. Давай только пока не приезжай на миссию, потому что я почти одел уже персонажа. Я вас понял. Чу-чу-чу-чу-чу. У меня такой какой-то железнодорожный терминатор получается. Терминатор. Шпалок-плачек. Еще пофиг какие-то. Какой-то комар отца. Нет, ты мустанг. Во, такие как у панка, во. Клево.
Он же голый был, поэтому не надо никаких. Так. Кто был голый? Никто не был голый. Братья? Ты о чем вообще? Вот голенький он был. Были. Нет, у него были. Сейчас слушай, отпущу. Это тарелка над городом напрягать начинает уже. Тарелка над городом? Какая? Да. Летающая. Летающая? Ну ладно. Подожди, у меня штаны какие-то недостаточно темные. Или ладно, пусть будет. Недостаточно штаны? Да, блин, какого черта я какой-то комьюнити подлез. Cancel. Cancel! О, я приехал на миссию, ничего. Да все уже, нормально. Я как раз выпился. Я похож на Терминатора? Да! Прикинь, тут по дому такая волна проходит, как это реально матрица. Да. Where is Sarah Connor? Sarah Connor. Sarah Connor. Yes. Я тупо, когда смотрел ролик вот это 160 величайших про Шварца, я тупо наперед все фразы почти угадал. Я ролик смотрел, наверное, раз 5. Не надоедает то, что там. Как это произошло? Я умер, почти всех убив. Я не успею, наверное, 400 метров в городе, который я практически не знаю. Мы же в нем не провели только что. Ну, я думаю, я возражусь возле ближайшей психбольницы. I need you alive, ну все, прощай. Я вколотился в стену. Жестокий мир. Мы провалили миссию, интересно? Нет, я думаю. Ты... Меня выключил, да. Как ты вообще умудрился? Ну, пород. Пород. Да. Примечание для зрителей. Шоу. 15-й час ночи. Смотри на меня. Я похож на Шварца? Да. Из первой части. Так у меня очки надо побольше. Знаешь, почему я похож? Нет. Поэтому? Нет, похож на Шварца из первой части. На Шварца из первой части. Я был похож, если бы я был голый. Нет, ты похож на когда он уже, короче, глаз я прооперировал, там такое. Факова, Асоль. Да, вот у него. I need your car. And your boobs. Mission. And your boobs. I need your car, your boobs. And your motorcycle. I need your vagina. Окей. Окей. У меня колесо задней версии, это нормально? Нет. А с этой стороны? Черт, у нас мост сломан! Только брутально могут вести машину с застопоренным задним мостом. Это нормально. Ты сейчас влупишься куда-то, по-моему. Я веду профессионально. У тебя голос такой, you don't need to slow down. Ты умер. Как тут умер вообще? Бык. Бык? I don't know. What are you talking about? Ого, смотри, у них какие-то лазерные пушки. Это такой фазовый дезинтегратор. Face plasma rifle? 40 ватт рейндж. Вот как он в фильме сказал. Ага. Извини, говорит парень. А он все, говорит, hey, just what you see, pal. Вот как он в фильме сказал. Слушай, ты у меня комплекс вызываешь. Неполноценность? Или недосмотренность Терминатора 800 раз? Я смотрю 750 всего. Я не помню наизусть эту фразу. Это только на языке оригинал. Типа что ты возьмешь? Ольд. Ольд. Да. Блин, такая машина была. Ее затюнить, это была бы конфетка. Смотри, что это. Я грабил женщину. Задание: убегите к Кинзи. Мы убегаем вообще. Именно не доедьте, а фли. Да, да, да. Боже, какая машина. Да я не поеду с тобой, у тебя постоянно какая-то упоротость происходит. Я потому что свои. А не здесь кар. Победитель. Во, я на грузовике должен ехать, я Шварц. Ты там на дисках едешь, что ли? Да блин, что ты меня толкаешь-то? Потому что я не Шварц. Дядя. Я надеюсь, ты вылетел? Nope. Подожди, это же домик Кинзи. Да, тот самый. Были мы тут
бэп. Пизда, поехал. Да как ты туда? Я помню этот выезд, я его найду с закрытыми глазами. Найди. Выезд нашел. С закрытыми глазами. Задачу найду. Кензи, кто-то вычистил это место. Черт, Зиник убрал все признаки святых из этой симуляции. Это значит, здесь у нас ни одного сейф-хауса нет. Так что мне с этим делать? Черт! Короче, тебе нужна, говорит, любая помощь. Просто, говорит, держись, пока я тебе потом найду, типа, чем заняться. Окей. Короче, нашего сейф-хауса больше нет. А был такой хороший сейф-хаус. Окей. Еще и миссию выполнили. Не знаю, чей так. 2000 баксов. Как это? Мир без сейнсов. Что такое хак вехи среди ривиди? То есть мы можем хакать доставку машин, когда в машине, сохранить ее, нажав вниз. Зачем? А, я не знаю. Так, чтобы потом ее водить, зайдите в вехи среди ривиди, понятно. Да зачем лучше? А ее тюнинговать можно машину, нет? Или естественно. Quest complete. Learn the rules. Come with me if you want to live. Live with me. If you want to come. Так. Недостаточно денег. Ладно, хрен с ним. А что ты там покупаешь-то? Ну, апгрейды типа. А, там это... понял. Stamina increase. Качество там что-нибудь доходит? О, мне 68 баксов. First. Денежное получение. А, кстати, да. Кэш. Так, Натуре. Так, здоровье. Здоровье пока я хочу. Хочу лучше от пистолетов. Вот так. First of many. Хорошо. Не хватает денег. Зачем ты издаешь такие звуки? Не знаю. Ты едешь, нет уже? Куда? Вперед! Я на самом деле не совсем понимаю, даже где я нахожусь. Ты уж переоденешься, ботан. Не, да выйди вот, ты посмотри, я за тобой наблюдаю уже полчаса. Ну и еще полчаса, чтобы фотографии отдать душу. Чтобы... Господи. Спеди. А, все, я увидел. Ты же нас прыгаешь еще. Паркур! Кончай со мной, если хочешь кончать. Если хочешь, говорит, можешь со мной. Можешь со мной кончать. Ну, говорит, пофиг. А, смотри, реально летающая тарелка. О боже. Я заметил. Так это не только тарелка, а еще какие-то постройки в городе. Найн. Них. Вот эта машина, видишь, это рядом с которой мы едем? Нет. Ее West Coast Customs создали точную копию. В новостях читал. Из четвертого Saint Row. Ага, да. Ну, а в четвертый, в третий одинаково, по-моему. Ах, они мудаки. Да-да-да, я того же мнения. Зачем? Зачем? Деньги нет. Приехали. Там хищник? Нет. Где хищник? Well, brother. Вон тебе одежда. Хочешь одежду? Я без денег вообще, нищеброд. Хочешь, займу? No. No? It's your problem, я... Я насобираю себе. Нас чуть не врезался в грузовик. Насобирала? Она собирала себе. Ты позвони. Собиралка не выросла. Позвони кому-нибудь. Я позвонил, мы записываем. Тишина такая. Processing, loading. Это та самая скорая помощь. А что за черепа на карте? It doesn't matter, я... Да смотри. Круто, черепа. О, какая машинка прикольная, я вот люблю такие джипки. Бросил меня! О, смотри, теперь можно ехать на высокой скорости. А он уже выпрыгнул. Но... А куда мы едем? Я не знаю, я хочу, чтобы ты позвонил на новую миссию там. Ну? Я что, сам буду звонить? Ого, смотри. Так, customization, loader, loader. А, еще раз. А, еще раз. Да. Вау. Кластеры данных, это потери кода из-за симуляции. Так, короче, их нужно искать, и тогда все будет очень хорошо.
Ты просто увидь, на чем я сейчас. Это, по-моему... Где ты сейчас? Воу! Воу! Где ты взял? Купил! Ты ко мне сел, что ли? Да, я телепортировался, не просто сел, а тупо меня телепортнуло туда. Казалось бы, нет колес. Вот подожди, 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 подожди. А, ну... Подожди, только он залазит в машину, по сути. Ну, давай. Оп, оп. Прикольно. Ассерт. На самом деле, порт и машина бегает. Она классная, не очень. И лицо напоминает. Да, такое недовольное. Вот такое. Какое у него лицо? Понял. Как дела? Так, а вот дистанция. Значит, нужно горячо-холодно. Мы, по-моему, едем туда. А, ты уже вышел? Нет, что, дурак, что ли? А, вот! Иди возьми. Возьми, ну все. Я телепортнулся, я типа... Я его уже взял. Класс, обожаю. Я, говорит, его взял. Подожди, а насколько это безопасно? Ну, вроде, говорит, безопасно. Вроде. Ладно. Камон. Предлагает петь? Он ей. Откуда эта песня? Такая знакомая, на самом деле. Не помню. Вон здесь. Здесь нереальный порт. Я помню это место, кстати. Еще, говорит, один взяли. А, это ты сказал, потому что у меня голос немножко другой. Я молчал. Где блот 1000... Ой, 106-66 убрали эту радиостанцию. Скоты. 102.4 классик, там такой этот. Как его назад? Как зовут нашего главного злодея? Не помню. Как не помнишь, только что, блин, называл. Это не повод помнить. Не знаю, я как обычно буду классику слушать. Остальное все просто. Остальное, у меня нечего слушать в этой игре. Тёма, нужно найти это место. О-о-о, мы не туда едем просто. Как не туда? Как вот, вообще? Вот сейчас, вот сейчас хорошо едем. Ой, вон он прям. А я думал, ты упал, блин, уж обрадовался. Трёх, говорит, достаточно. Ключевых фрагментов еще не хватает. Не дай вы возьмите, говорит, еще один. Понятно. Coming for you. Так эти, говорит, дата... кластеры. Да, неважно. Блин, это летающий совет меня реально беспокоит. Бесит. Чувак вышел через окно. Здрасте. Как это? Ого. Что тут делала эта машина? Ты видел? Ты сбил бомжа. Машина проехала вообще по дворам тут, где ездить нельзя. И под высоковольтной линией, офигеть. Ага. Музыка упорта такая. Жалко, что у нас у каждого радио свое. Переключать, бороться за это право было бы весело. Блин, эта машина, она ездит как машина. Я не могу... А, прикинь, она тут не может подняться. Я вот даже... Зиньяк его зовут. Вот веришь бы, никогда бы не вспомнишь, его так зовут. Прикинь, вот это вот наш дом был. Помнишь, это наша первая, короче, квартира, наш первый сейф-хаус. Точно, корыто. Да, помню. Вот это я гараж такой открываю, когда облава на нас была. Там 5 человек стоит, такие, и 2 танка. Такие, тю-тю-тю-тю-тю. Да, такие, левные. Да, и чё? Поверс. Поверс? Супер джамп, супер спринт. Где это? А вон поверс. Остин Пауэрс. Супер спринт. Я хочу супер джамп. Эй, то и другое. Так, супер джамп. Держи кнопку E, чтобы зарядить. Держи. Окей. Хорошо. Супер спринт. Как надо делать? Ого. Воу. Я, говорит, чувствую себя бодасом, плохой попой. Я, говорит, запущу тебе тренировочную программу.
хрена вообще происходит? Это симуляция Нео. Это круто. Матрица. Ложки нет. Супермен wins. Освободи свой разум. Окей. Free your mind. Хорошо, Грисака. Слушай, это охренительная игра. Ты помнишь прыгать? Да. Нажимаешь кнопку, нажимаешь, и он лезет. И все же нажимаешь, я бы тебя обогнал. Да, не обогнал ты меня? Я обогнал! Да, блин. Я упал. Из носа так? Ну ладно. Я подожду тебя. Будет смешно понаблюдать за тобой. Ах, я не могу нормально. Ну, блядь, это же. Ну, как там дела? Мил. Мил. Так глупо со стороны выглядит. Выглядит как мил. Мил. Как там копы так начали? Ну, это, говорит, просто невозможно. Конечно. Possible. Мяу. Only human. Большой тест. Используй суперскорость. Так. Окей. Да все нормально. Нормально. Я упал кому-то на подоконник. Тетюшке Мэй какой-то. Да блин, я уже прошел. С разгона прыгай сюда, ты сможешь. Первый раз никто не попал. Я. И фейл миссии? Ну, я думаю, это все спор. Блин. Нет. Короче, эти штуки нужно собирать. Это типа коллектаблов, и они вроде как крутые, но я не думаю, что... We are the harbinger of your destruction. На днях такой Mass Effect 3 играл. Прекрати. Я играл 3 часа, а потом увидел, что у меня сейвы не сохранились. Потому что я играл в пиратскую версию. Ну, есть у меня лицензион, но мне DLC был стрёмно в лом покупать. Побегли. Это круто. Машины сбили. А, я не взял ее? Да. Офигеть. Это просто счастье. Давай, ждите. Там одну не взял ты сзади. Там мало пять не взял. Нет, я, блин, взял 5 штук, мне 2 засчитали. Неправда? Что за... Что за такое вообще? Что за нахуй? Ну, я не успею уже точно. Чё ты не успеешь? Ты сколько взял? Я взял 4 из 8. А, тогда, может быть, и не успею. 5 из 8. О, 6. Нет, опять 5. Чёрт. Это всё неспроста. Это всё не очень хорошо. 6 из 8. Давай. С бугра классно вообще прыгнуть. Там. Я надеюсь, эта обилка у нас навсегда останется. Ну, вообще, это было просто великолепно. Вообще шик был. Да, блин, к ней только привыкнуть нужно, я опять куда-то застрял. Я постоянно не ломаюсь. Я вообще, Нео, я в тебя верю. О, давай, 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 давай. Не успели. Ну ладно. Давай, давай, блин, 7 из 8 было. Матрица поимела. Нео, ну ты же не можешь умереть. Пифия говорила, что ты мой избранный. Мой избранный. Ну какого черта? Избранный мой ряженый. Что же я буду делать без мужика? Давай побежали уже. Да хватит так. Бегом. Бегом. А, я понял, ты наверху, это чекпоинты. Капец. Чекпоинты. Это непрофессионально. А я все время думал, что это вот эти штуки, которые мы собрали. И думал, почему я не прибавляю, когда я их беру. Почему? Тормоз моды он. До сих пор, кстати. Почему я не прибавляю? Не игнорирует вообще. Чего не прибавляется? Ты по чекпоинтам бегай, все будет у тебя хорошо. Я не умею. Я не умею. Церковь Христа, спасите нас. Аллилуйя, братья. Аллилуйя.
Нафиг нам машина в этой игре, объясни. Вертолет. Это такой этот... Какого? Как эта игра называлась? Вроде все. И музыка такая. Этот... Как игра называлась про Алекса Мерсера? Прототайп. Прототайп, вот, точно. Это прототайп стопудовый. Слушай, я обожаю прототайп, на самом деле. Тут говорят говно, и мне нравится. Во вторую не играл ни разу, даже вторую не видел. Тоже не играл ни разу. Ни одного геймплейного видео я не видел. А первую я прошел до того момента, где там нужно было летать на вертолете и расшибать зараженные дома. Я все прошел. А потом она мне надоела. Я прошел все. Но у меня на пиратке, там... да. Конечно, на пиратке. Поэтому и понравилось. Да. А я помню, я тогда еще играл на этом. PlayStation 3. Открыто достижение Воах. Ты кто? Ты Воах? Я так до сих пор могу прыгать. Тёлочки, смотрите. Тёлочки. А можно в этот момент, когда, я не знаю, там падаешь, кулак зажать? Чей? Ну ты понял, а что ты тупишь? Ноу. Этот, как его? Ну как там в прототипе было, с высоты ударить? И такой всю землю. Я говорю, можно заканчивать даже здесь. Как раз. Ого, я встал. Как ты встал? Подожди, а как эти эмоции проявлять? Это не профессионально. А я не знаю, ну вроде было влево, вправо, вниз. Ноу. Не работает тут. А как же так? Ну... А, это не круто. Ну что, да, давай там скажи что на прощание. Прощайте. Короче, мы умеем летать. My name is Neo. Пока Neo. Тыщ. Neo! Neo, ты же не можешь умереть. Зачем ты выпендривался? Neo, вернись ко мне. Не умею. Короче, ладно, да, увидимся в следующей серии. Пока что я могу сказать, что это... казалось бы, да, куда упороть игра? Может ли игра быть более упоротой, чем Saints Row 3? Может, в легкую. Еще и это Saints Row 4. Увидимся в следующей серии. С вами были Бруталы. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Всем пока.